Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Комар, и это мое маленькое видеообращение, маленькая новость, которую я вам хочу сообщить. Основная суть этого видеообращения, этой новости, то что проект по снятию сериала Minecraft Infernal Sky 2 Super Hostile 3 закрыт. А теперь я хочу кое-что прояснить. Ссылку, которую вы сейчас видите на экране, это ссылка на видеообращение канала Рубина Раша, который предложил нам с Владом снять эту карту. И в его видеообращении сказано, что это из-за комара 2 недели мы не могли снять этот Super Hostile. Рубин, а вот теперь можно я расскажу правду своим подписчикам, а? Я скажу так. Мы переносили съемки 3 раза. Первый раз, согласен, не было меня. Второй раз не было Влада. У него там... Он остановил канал на определенное время, он не мог работать. Третий раз, это было у тебя. Там уехала и не уехала, у тебя девушка какая-то, у тебя там проблемы была. Ты сказал, что ты не мог снимать, и мы тоже перенесли. И вчера, 11 числа, в субботу, в 8 часов вечера, было без 28 часов, мы договорились с тобой на это время, и с Владом тоже, мы договорились на это время снимать Super Hostile. Я прихожу, я включаю Skype и через Steam, точнее, да, через Steam, связываюсь с Владом неизвестно. И что он мне говорит? Он мне говорит, что ты всех разослал. Сказал, что ты начал истерить из-за того, что сервер сделан на основе хамачи. И из-за того, что ты не будешь снимать. Проект закрыт, все свободны, всем до свидания. Это твои слова, он их мне процитировал. Когда я с тобой связался ВКонтакте, ты мне сказал, а смысл продолжать? Рубин, а какого хера ты тогда истеришь мне? Тут, что мы не сняли, и еще при этом меня сюда приписываешь. Я вчера был готов к съемкам. Я хотел снимать 8 часов этот гребаный Super Hostile. А когда я пришел, мне Влад сказал, что ты закрыл проект. И раз какого хрена он закрыт, мы сели играть вместе с Владом в игру. И какого хрена ты истеришь, что мы в нее играли? Раз проект закрыт, то никто его не снимает. А получается так, что я уже готовый снимать, прихожу и мне заявляют, что проект закрыт. И не нужно во всем обвинять меня, Рубина. Ты тут виноват точно так же, как и все. Даже побольше, потому что проект закрыл ты. В принципе, это все, что я хотел сказать в моем видеообращении. Спасибо большое, что сегодня смотрели меня. С вами был Комар. Как я опять же говорю, Super Hostile 3 больше от меня не будет. Благодаря одному милому человеку, ник которого я уже произнес в этом видео. Всем спасибо, всем до свидания.